настоящий герой России, понятно? Потому что все смылись, а он здесь поет. Он настоящий герой и достоин всего самого лучшего. Молодец, супер, звезда. Голос потрясающий, внешность гениальная. Самый красивый мужчина в мире. Самый любимый. Филипп Петросович. Ну вот, да, собственно, патриот России, еще раз. Настоящий герой России, понятно? Потому что все смылись, а он здесь поет. Он настоящий герой и достоин всего самого лучшего. Молодец, супер, звезда. Вы считаете? Внешность гениальная. Самый красивый мужчина в мире. Самый любимый. Считаете ли вы Филиппа Киркорова героем России? Да, я, конечно, все понимаю.